Одним из хайлайтов нашей подводной жизни было погружение к тральщику Эльмина, что в Хургаде. Тральщик Эльмина затонул в прибрежной зоне когда-то. Когда-то судно принадлежало даже Советскому Союзу, но в 50-х годах оно было передано Египту. История гибели корабля противоречива. Одни говорят, что, мол, судно стояло на якоре, но было атаковано авиацией Израиля во время египетско-израильского военного конфликта. По второй версии, тральщик пошел на дно после того, как наткнулся на одну из своих же мин. Эльмина лежит на глубине 30 метров, непосредственно в порту Хургады. Видимо, здесь довольно ограничено. Поэтому мы медленно спускались под воду. Подъем, как вы потом позже увидите, осуществлялся с помощью специально натянутого каната. Все без спешки. Судно очень хорошо сохранилось. Лежит на дне практически без повреждений. Отсутствует только 37-миллиметровая пушка. Однако и она находится недалеко от утонувшего тральщика. Тут я приметил довольно здоровую скорпену, которую даже наш Бадя не заметил. Она лежала на чем-то круглом, то ли штурвал, то ли колесо какое-то непонятное. Но здоровая довольно-таки. Пытаюсь привлечь внимание к находке. Безуспешно, довольно-таки. Проходим мимо дымовой трубы. Весь корабль как будто оперся на нее. Вот мы и добрались до орудий в носовой части судна. Там, где носовая часть заостряется, появляется прекрасное место для жизни всех морских тварей. Недалеко от судна лежат канаты и валяются снаряды. Люди никак не могут отучиться уничтожать себе подобных. Но надежда все-таки есть. Носовая часть судна. Отсюда нам надо всплыть до 18 метров и плыть в обратном направлении. Как эти повреждения могли привести к затоплению судна, я до сих пор не понял. По идее, все повреждения находятся над ватерлинией. Чего-то я, скорее всего, не знаю. Но, как бы то ни было, дайв к настоящему тральщику, который был потоплен в результате боевых действий, а не просто так, это, конечно, весьма интересно. Был удивлен, кстати, тому мизерному количеству информации, которая доступную в интернете насчет этой катастрофы. Если кто и имеет более достоверную информацию, прошу поделиться.
Под конец нашей операции я сделал прорыв винтам и рулю судна. Времени, в общем-то, больше не оставалось. Нам нужно было подниматься. На 30-метровой глубине воздух расходуется очень быстро. Хочу петь оду нашей семье, которая, держась крепко за руки, выдерживает все и всегда. Вот эти кадры, они просто говорят о многом.